Здоровки на ржу. Ну чё, погнали. Квестики какие у нас тут ежедневочки были сделаны. Нифига так, что уж пипец. Френдшип. А, понял. Сейчас дадим френдшип. Аренка мне что-то принесла. Так, а тут арена у нас пассивно те деньги приносит, надо не забывать. Так, и upgrade unit один тайм. Да, в принципе, это не проблема. Меня интересует немножко другое. Тебя мы не можем. Да, тебя мы не можем. Мы ничего сделать не можем. Хреново дело. Это крайне хреново, как и с тобой. Почему? А, вспомнил, все, вопросов нету. Так, это у нас, девеньки, вопросов нету. Тебя можем улучшить? Можем. И делаем улучшение. Так, все, готово. Так, давай-ка мы посмотрим все-таки магазинчик в первую очередь. Окей. VR-симулятор тоже заглянем. Так, для начала к тебе. О, на арене три раза. Пошли, попадаемся. А сколько у меня там силы-то? 86, да? Вот 83, можно сразиться. Интересно, в этой игре я смогу сотню зарестировать? Mission start! Долго крайне не помню. Но сомнительно, правда. Вверх сильнее низа. Хотя у нас примерно по силам не надо. Mission complete. Это челлендж. Да уж. А здесь уже идет запор. 89. Силы примерно равные. Но у него нету бонуса основного. Mission так что посмотрим, start. Может и прокатится. Не прокатило. Mission failed. Жабидно как-то. Ну тогда идем вот сюда. 85 место. В принципе, у меня есть идея, конечно. Mission start! Mission complete! Вот так вот делать. 85-е. Давай на 162-е попробуем. Съемки допускать не будем. Mission start! Хотя у нас одинаковый бонус, все остальное.
Mission failed. Ладно, 155-е, так 155-е. То есть за целый день набрал как-то 7000 монет, так интересно. Так, у меня сколько тут? 163-ка. Будем с этим сражаться. Нет, мессированная арена, конечно, злополная. Так что, ну, как честно не будет. Раунд первый за нами, конечно, хорошо. Раунд 2. Второй, скорее всего, за ним. Это не такая же приятная, как у меня напитка. Да, подольше на него играет, я думаю. Он посильнее. Ладно, раунд 2 за ним. Раунд 3. Раунд 3. Да, посмотрим. А тут наоборот получается. По идее, за мной было. Да. Если мы таким войском против второй волны встретились, было бы довольно забавно. Я, насколько понял, все ставят первую и вторую волну, стараются ставить более-менее сильными. Не, ну тут, конечно, слишком крутые ребята уже идут. Да. Окей. Так, ладно, давай по квестам сначала, прошу, вернемся. Как говорится, все донатеры со всех серверов. Окей. Перебора нету. Сейчас пару кубиков бросим. Все равно это входит в задание. Так. Summon Unit. Не один раз умоненько, вот если толк от этого, блин. Эх, да, попробуем лучше тогда что-нибудь себе типа этого. Как еще что-то улучшишь здесь? На больше, блин, никак, походу, дела. Автомате, кстати говоря, можно нехило подшпиндохать. Много тут цепляем. Не, нормально, хватит. А, то есть мы даже так не можем нормально это усилить. Ёлушки, ты матрёшка. Этот автомат хрен так просто усилишь. Арм Оу привязались. Может, я еще смогу кого-нибудь тут бутырить, хотя это вряд ли. Мне это, блин, плохо. Вот только эту девоньку могу еще почти бутырить. Ой-ой-ой, подзастряли мы немного, кажется, тут на месте ровно. Да. Так, complete game. Сумму
там юнит один челлендж, лидер один, еще пройди один уровень. Нафиг надо. Сумон комплекции. Чё? А, вот эту хрень пройти, точно. Челлендж. О, да, нам уже дают эти медальки. Отлично. Так, тут еще есть задание купить на рынке. Сейчас ситуацию нам все снять. Mission complete. Завтра на этой стрёмной арене я участвовать не буду. Так, тут можно вообще-то рейдить. Я думаю, что так легко шло. Легко и слабо слишком уж. Хреново. Так. Ладно, это сейчас не важно. Okay. Потом поразвлекаемся уже. Десять раз можем уже призвать. Так, центр. Конфирм. Еще мы можем раз. Нет, не можем. Окей. Просто пока здесь находятся юниты, мы не можем ничего с ними делать, так что пока мы их отсюда удаляем. Талантов 10x рекорд. Супер интересного ничего опять же, да? Окей. Так, центр талантов бесполезен. Окей. Юнит резет. Да, надо думать, кого резетать. Вот это вот самое, блин, дебильно сложное, потому что чтобы кого-нибудь резетать, okay. Мне нужно в первую очередь создать 5. Okay. Юнитов, которые могли бы хотя бы хоть как-то что-то из себя изображать. Надо по стори прокатиться, да? Я понял. Да, двойные награды за этот, я помню. На рынок будут заскочить. Там попробовать прикупить, что можем. Конечно, получше, но не то, что бы я хотел. Мне их надо, ой, как дохренище. Но маленькая помощь тоже пригодится. Я столько насобирал или что?
Daily Special. А, это мы только можем что покупать, и поэтому будем все получать. Ну, понятно. Походу в этой игре тоже сейчас застряну на неопределенно временный срок. Хорошенечко застряну. Лучше даже, видите ли, не развиться таким простым способом. Это ожидаемо было. Все игры так вот. Окей. Практически. Волосатая, жестко волосатая. Только для увеличения ты теперь, девонька, осталась. Увы и ах, чтоб тебя улучшить. Вот так вот сделаю, это сильно погода не сделает. Окей. Сходим. Окей. Лампу Аладдина. Сможет что-нибудь придумать, сможем. Это единственная пока надежда. Так, что мы можем сделать? Тридцаточку таких. Да не нужно мне это, лучше проблема. Так, золотую медаль можем запендюрить? Да ладно, это хорошо. Золотую медаль мы можем десятку или пятерку фракционных. Вот мне надо по-любому. Здесь у нас все довольно будет жестко, да? Но это мне не нужно. В чем проблема? Так, делаем медальку. Фракционную, видишь, эта птица, она во многих слишком используется. Я могу, в принципе, две себе обычные заштамповать, но не могу фракционную, которая мне важнее. Неплохо. Ладно, давай вот так вот делаем. Гребаная птица. Эта скотская птица везде, блин, нужна. И ничего не поделаешь без нее. Это вот самое, что ни на есть хреновое. Мы можем, в принципе, это все выменить на алмазы, да? Тоже не вариант, не столько алмазов-то, блин, не надо. Но почему он мне предлагает мне вот именно вот такую вот зеленую карту? Это вот мне очень интересно. Окей. Так, сейчас для начала в инвентарь. Я что-то думаю, зря это брал. Должно хватить теперь. Так, дальше.
Окей. Ты сюда иди. Тупень, да еб. Что такое-то? Так, ты во-первых. Ты. И ты. Ладно. Я правда не знаю, кто ты такая. В принципе, плевать. ФМ-арена это понятно. Неплохая арена до сих пор. Нравится юнитом. Теперь, по идее, я тебя могу улучшить. Да, девочка, я тебя могу улучшить. И, в принципе, все. Тя-тя. Тю-тю. Но хотя бы мы тебя ранг подняли. Это уже неплохо. Так, ну, можем мы сделать еще вот так вот. Такой вот бонусный приз. Мы с ним плюс. 4 Star Series. Что? Ни хрена себе, слушай, живем. Живем. Я только что обратил на это внимание. Это интереснее было. Давайте мне то, что я хочу. Ну, надеюсь. Что-то хоть, блин, будет полезное. Окей. В этом аду, в котором я живу. Так, в принципе, тебе там и голожопик. Что-то ты там не делал. Зачурили. Так, у нас много вот этих вот девонек. До двушечки. Этих ребят тоже сейчас повысим до двушечки. Так, наших девочек этих по-любому. Что-то, конечно, бойцы ближнего боя как-то у нас хреново идут. Кстати, неплохо, неплохо я сейчас наковырял, я скажу. Я же даже удивлен. Да, это как всегда. Так, кого нам надо, во-первых, развивать будет? Во-первых, вот этих, вот опять до Т2. Сейчас буду действовать очень аккуратно, вот выбрать. Так, вот этих тоже до Т2 надо развивать. Теперь мы берем вот этого парня и вот этих двух.
планетам не попу. Эти парни у нас немножко общие такие, да? То есть теперь у нас есть вот одна легендарная девонька, ну вторая есть, которая может сама себя поднять. Но нет. Поднять мы ее можем. У нас еще есть две же, да? Правильно, поднимаем. Почему это не хочет с этими объединяться? Я до сих пор понять не могу. Вот у нас танки, пожалуйста. Они застряли на месте. Хрен знает, что с этим делать, слушай, надо как-то попробовать, может, кое-что проэкспериментировать, а? И улучшение нашей бластерной тоже имеет свои плюсы. Так, кого мы тут еще можем улучшить? Вроде никого, это хорошо. Так. Окей! Берем 5 фракционов. Это у нас фракция... Интересно. Эта фракция мне вообще никак не интересуется. Так. Окей. Кто еще? Много народу перестало играть, кстати. Твою дивизию. Тут такая видимость вот этого всего. Вообще не пишется, вот 7,5 дней, да? Нет, стадии пишется. Мы никогда не раз были последние в игре. Тут чё? Игра сама их удаляет? Я даже не могу посмотреть, когда они в игре бывают. Так. 1,7 HP, 6 HP, 7 H, 2 M. Вообще, иди разбирайся, что это за хренотень. Ну ладно, может быть, когда-нибудь-то, блин, куда делают русский язык. Честно говоря, как-то непонятно, кто вообще здесь живой, кто мертвый. Как-то с этим бы разобраться, okay. Блин. Да иди ты в задницу, не тебя нажимал. Так. По юнитам у меня все в норме. Что сейчас было вообще такое? Серьезно, золота не хватило? Да ладно. А, ладненько, сейчас мы сделаем золотишко. Вот ККК мы как раз таки сейчас и сделаем. Нифига мне не сделаем золотишко. Ну, на один уровень хватит. Так, не ожидал. Окей. Такого именно резонанса. Ты ладно. Пойдем компанию немного прошибем, насколько сможем. Чем попадается-то вообще? Рядом называется, да? То и попадает. Mission start. Эти меня завалили последний раз. Я бы отомстил. Нормально, отомстили, это хорошо. Mission complete. Так, ну мы их убить можем. Это уже большой кут. Но нам нужно в первую очередь по майну прошляться.
Дабы еще забренькаться. Но это народ уже в следующей серии мы забренькаемся. Я еще не знаю, надо пробовать с этими юнитами, блин, что-то сделать. Вот, блин, дерьмо. Мне вот. Реально не знаю, что с ними делать. Окей. Окей. Так, мне куда надо? Опять мы можем вот этого реорганизовать. Вопрос, зачем? Вот что у нас получается? Две вот эти, да? Она нам нужна, вот в чем проблема-то. Мы можем за счет нее поднять других. Ладно, давай реорганизуем ее на время. Посмотрим, что получится. Что мы сможем поднять. То есть, можем ли мы этого поднять и эту до легендарки? Этого не можем, только одна эта, что ли, остается? Сейчас я хочу кое-что другое попробовать. Получится или нет, народ? Okay. Вопрос на миллион. Так. Что-то одна же была, зараза. Вот она. Вот если мы, к примеру, и вот так вот сделаем. Я здесь таким извращением занимаюсь, уже, блин, тошно. Ее реорганизовать мы уже не можем, но она легендарный уровень имеет. Прекрасно. Это у нас девонька не может уже ничего сделать. А, она может теперь сожрать двухзвездочного своего и стать двухзвездочным. Вот в чем прикол. Но второй двухзвездочный ей не нужен, да? Она может этих сожрать двух. Не-не-не-не-не, мы одну девочку должны оставить. Танки. Танки у нас могут подняться слишком круто до легендарного. Тоже не вариант. Черт, кого тогда нам поставить еще себе там? Оставить ее двухзвездочной не вариант. Ай, бляха-муха, ну я намутил сейчас. Давайте пусть двухзвездочными остаются, хрен с ним. Это чудик, че у нас? Ему нужен такой же, как он. Нашей подруге нужны, блин, такие же танки, как и она. Ладно, одну мы поднимаем тогда. Ну а что поделать? Хоть так, хоть сяк, хоть наперекосяк. Так и оставим пока временно, что я могу еще сказать. Это пока самый оптимальный вариант. Но с этими все равно надо будет что-то делать. Что делать с ними, вот я ума не приложу. Ладно, народ, на этом реально закончу. Продолжим в следующей серии. Всем удачи, всем пока.